Наступает равновесие в уме. An equilibrium is a state in which opposite forces or influences are balanced. Равновесие — это состояние, в котором сбалансированы противоположные силы. It's a, you know, they come on the same level. Когда противоположности поднимаются и утверждаются на одном уровне. I wish to be very clear and give you a little demonstration. Для того, чтобы вам было четко понятно, я покажу это на примере практическом. Let us say. Let us see. Давайте вот посмотрим сюда. This is the mantra. Представьте, что справа от меня и слева от вас — это мантра. So often, очень часто, our mind is, and here's the mind. А вот здесь ум. На этой чаше. Often they are not on the same level. Очень часто они не на одном уровне. The mind is somewhere. Ум где-то здесь. And japa is somewhere else. А джапа где-то в другом месте. What you want to obtain is an equilibrium. И мы хотим достичь равновесия. Same level. Когда они на одном уровне. Do you understand this понимаете? Idea of equilibrium? Понимаете, что это значит равновесие? It's like a balance. Баланс, другое слово. But it is more because you want to bring two opposite forces into the same state. Но равновесие — нечто большее, чем баланс, поскольку здесь вы берете две противоположные направленные силы и пытаетесь их уравновесить, привести их в одинаковое положение. If this sounds a little bit too complicated for some of us, then I will say it very simple. The mantra and the mind must be connected. Если это слишком сложное объяснение, то я могу ту же мысль выразить простыми словами. Мантру и наш ум необходимо связать. It must be connected to an extent that the mind or the content of the mind is the mantra. И связь должна быть настолько плотной, интенсивной, что в уме остается только мантра. And let me give you an example. Я приведу пример. You have fire here. And I am here. По одной руке у меня огонь, а в другой у меня железо. You can bring them together so that the fire or the heat and warmth is there in the iron. И нам нужно свести их так, соединить их так, чтобы огонь, точнее его жар, это тепло, оказалось в железе. The fire has become one with the iron, but still is different. Мы можем констатировать, что ум, то есть огонь и железо слились, но тем не менее они существуют порознь. И хорошая джапа означает, что мы стремимся к этому. И хороший киртан означает, что мы стремимся к этому состоянию. With the sound of the Hare Krishna. Иными словами, святое имя Hare Krishna Mantra должна войти в ум и сделать это так, чтобы ум сам вибрировал или сам источал этот звук Hare Krishna Mantra. There was a god brother of Srila Prabhupada called Akinchana Krishnadas Babaji. У Шрилы Прабхупады был знаменитый духовный брат по имени Акинчана Кришнадас Бабаджи. He would chant in such a way. И он повторял вот так. Once he fainted. Однажды у него случился обморок, and the doctor had to be called. И позвали врача. So the doctor brought his, it's called a stethoscope. Доктор пришел со стетоскопом, and listened to put the stethoscope on the chest, and he could hear how the heart was chanting still Hare Krishna. Он подставил свой стетоскоп в груди Махараджи, чтобы послушать его дыхание, но вместо этого он услышал, как сердце его стучало там Hare Krishna мантра. This happened also to Srila Prabhupada. С Шрилой Прабхупадой была подобная история. In America he had to be treated for heart failure, heart attack. Однажды в Америке у него случился сердечный приступ, и ему нужно было пройти обследование. And he was put under anesthesia. И Шрилу Прабхупаду поместили под общий наркоз. Yes. And he was lying in the narcos.
the doctor phoned the temple and said, we can't put this old man out. When does he ever stop to chant, to sing this Hare Krishna, Hare Krishna? И врач позвонил преданному и сказал, мы не понимаем, что же делать вашего дедушку. Никак невозможно отключить. Он все время продолжает повторять Хари Кришна. Some of you have experienced this yesterday night. Наверняка вчера вечером у кого-то из вас был подобный опыт. After the wonderful 12-hour kirtan, some of you went to sleep. После замечательного 12-часового киртана вы, наверное, пришли домой, ложились спать. They experienced that in their dreams they were singing. И во сне продолжали петь. Было так? У кого такое было? Sir, this is about, you know, one quarter or one third of you. I also experienced it. Четверть или даже треть такого опыта пережил. У меня тоже такое было этой ночью. Because what has happened is that the mind had become so absorbed in the chanting that the chanting was still vibrating within the mind. Причина в том, что ум настолько впитал в себя это воспевание, что даже после того, как киртан закончился, он продолжал воспевать внутри. What are thoughts? Что такое наши мысли? They are waves in the mind. Это волны в нашем уме. Imagine this is the mind. Представьте, это наш ум. If I give an impulse here, если я импульсом сообщу, waves will appear, or little waves in the на поверхности появятся маленькие волночки. The most of our minds are constantly bombarded by material impressions, and therefore they vibrate materially. Но большинство из наших умов постоянно нас атакуют разные материальные импульсы извне, и поэтому умы также пропитаны материей. But if you allow that the Hare Krishna mantra comes constantly on the mind. Но если вы позволите Хари Кришна мантре постоянно влиять на ваш ум. The result is that your mind starts to vibrate spiritually or Krishna conscious. То в результате вибрации в вашем уме эти волны будут духовными или иными словами в сознании Кришны. But those of us who do not follow this advice of Dhyanchandra Goswami, they have the chanting here and the mind is somewhere totally different. Но если мы не следуем этим указаниям Дхьянчандры Госвами, то воспевание будет происходить вот здесь, а ум будет находиться в совсем другом месте. And therefore our mind remains full of material impressions and desires. Although we chant for sometimes 50 years. Вот в чем причина того, что наш ум по-прежнему наполнен материальными желаниями, материальными впечатлениями, хотя мы уже воспеваем долго, может быть даже 50 лет. So therefore Dhyanchandra Goswami says the mind must be placed into the mantra. Поэтому Дхьянчандра Госвами говорит, что прежде всего ум нужно поместить в мантру. And the mantra must be placed within the mind. А мантру поместить в ум. Then a good equilibrium comes. They come on the same level, spiritual level. Тогда появляется очень хорошее равновесие, они оказываются на одном уровне, на духовном уровне. And then you experience real japa. И вот теперь человек может по-настоящему повторять джапу, джапу. So I would like now to make a practice out of it. Теперь я бы хотел, чтобы вы перевели все это в практическое упражнение. We will show you now a few slides. Сейчас мы покажем вам некоторые слайды. Can we please have the light out? Можно включить свет? What I will introduce you now to is a very wonderful technique of bringing the mind in the mantra. Сейчас я поделюсь с вами очень хорошей техникой, которая поможет нам погрузить ум в мантру. I want to see, can our Aditi Dukha, can you see from there? Or maybe you want to push me to the other one. Yeah, take it, take it. Every one of you can see? Все видно, да?
We will practice now in a moment that the mantra will flow like a river of sound into our consciousness or mind. Мы сейчас с вами представим, что мантра подобно потоку реки входит в наш ум. But first I would, you know, it is said we should place our mind into the mantra. It's almost like you go into water, a sacred river. Но прежде всего нам нужно свой ум погрузить в мантру. Это похоже на то, как человек приходит к берегу священной реки и погружается в ее воды. Let us first see a few slides. Давайте посмотрим на эти слайды. Of the sacred Yamuna River. Посмотрим на священную реку Ямуну. Your duty now is very simple. You will just look at the slides. Сейчас у вас очень простая задача. Вам нужно смотреть на эти фотографии. Gaurahari and the Gaurahari Bhajan band will sing the kirtan. And then we will make a very advanced spiritual practice. А затем у нас будет духовное упражнение для продвинутых. You have a beautiful body, Ashok Krishna. Why don't you go down when you look? Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, it's too long.
Hare Rama, Hare Rama, Rama.